Здравствуйте, девочки. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, девчонки, здравствуйте. Сегодня будем делать такую куклу, которая называется украинская традиционная кукла-мотанка. Она отличается тем, что у нее в голове такая скруточка. Вот в других куклах, допустим, в других славянских, туда можно положить синтепон. И украинская кукла отличается еще тем, что всегда на лице крест. Вот мы сегодня будем не такой сложный крест делать, но более простой, я научу. Вот такая украинская лялька-мотанка является оберегом. Его можно, ну, как бы оберегом от всего, от всех бед и несчастья. Девочки, я вспомнила, по Варварина мотанка у нас 4 детей уже родилось. И целая корзина готова. Это мне очень нравится, я прям в нее влюблена. Успешница, наверное, нет? Да. А, нет. Это берегиня дома, у нее это, в мешочках находится монета. Это символ богатства семьи, чтобы дом был полной чашей. Потом там находится еще трава, символ здоровья. А еще там зерно, чтобы дети были, и вся семья была сыта. Мы еще так любим вот эту куклу. Мужчины очень любят. Спиридон. Держит он в руках. Да, он держит в руках круг, который олицетворяет солнце. А солнце – это жизнь, как бы свою судьбу держит в руках. Даже были случаи, когда приходила девушка и говорит: «Ой, я хочу спиридона купить, потому что я подарила мужу, у него там работа наладилась». Она рассказала подругам, и кто-то приходил, покупал такие обереги. Ну, в каждую куклу нужно вложить свою любовь и свою веру, только тогда она будет работать. Знаешь, есть такое прислевие: лялька и дитину, и хату бережет. Да, наши предки об этом знали, они занимались духовными практиками. Очень ценили это, почитали. И очень хочется, чтобы эти традиции как-то восстановить и в нашем регионе. Вы знаете, я на День независимости в этом году попала на эту площадь. Это был островок мира. Все люди были настолько красивые, они улыбались. Кто в вышиванках, у кого были просто футболочки. Но это были все патриоты. Обстановка, конечно, энергетика была просто потрясающая. Мне очень понравилось. Я стояла на прилавочке, продавала свои куклы. Да. Да. Это же еще и мастер-класс с военными, да? Да, однажды меня пригласили. Это что? В прошлом году. Это куда-то... А, вот сюда, да? Да, да. Я поняла. В прошлом году был фестиваль «Мистецтво заради миру». Все мастер-классы были приглашены мастерицы от всего города. Меня пригласили, как куклу-мотанку мы делали. И все мастер-классы были бесплатно. Было очень много военных. Такая была расстановка. Они ходили, подсаживались к столам. Я им тоже много передавала берегов, подходила к каждому, благодарила, кланялась. И ко мне со Львова подошел один капеллан, вот такой крест, поинтересовался моими куколками. Ну и все люди, которые живут на Западе, они знают, что это такое, для чего это. Он купил какую-то куклу для своей семьи, я ему тоже подарила оберег. И все это делалось как бы со слезами на глазах, каждому кланялась. Около 30 человек я так вот обошла. Дело в том, что мужчины же не делают куклы. Для этого нужна женская энергия. Издавна только женщины занимались домом, да и сейчас женщина берегиня семьи. Поэтому я их не могла пригласить за свой стол, но они так смотрели с любовью. Было очень много фотографий, было военных фотографий, было очень много фотографий ребят, которые погибли за наш Мариуполь. Вот теперь там по центру стоят, как City Light называются, да, это фотографии 20-летних мальчиков, которые погибли за Мариуполь. Видели, что девочка? Да, конечно, сердце кровью обливается. Так, мы вначале здесь ручки. Теперь выполняем. Вертикальная линия – это как бы духовное развитие. Горизонтальное – это приземление. Либо это мужское начало, это женское. Я когда с ней познакомилась, еще не видела ее. Олеся дала мне ее телефон, звоню. Говорю: «Вадь, не хочешь поучаствовать в проект Украинской миротворческой школы? Надо мастер-класс для детей в лицее провести в гуманитарном институте для девчонок». Она: «Да, конечно». И тут же она мне говорит, не спрашивает, когда, что, почему. А говорит: «А ты мне ветошь не можешь?» Я говорю: «Варя, а зачем тебе ветошь?» До конца.
Ты знаешь, я что-то сетки для военных плету, и все, если все собираю, все, которые у тебя есть, лоскуты, ткань, уже руки принеси потом. Мне, пожалуйста. Руки потом. Он меня уже ждал. У меня тоже. Ой, а я вже вспомнила, почему мы называемся «Перемога». Когда мы плели сетки и была бомбежка, мы постаряли как заклинание одно слово. Победа, 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 победа. Ну что же вы все обо мне, да обо мне. Я одна из немногих, которые занимаются этим делом. Например, Наталья, которая меня сюда привела, научила плести сетки. О, ребята, приехали. Доброго вам дня. Кстати, очень долго вас ждали. А мы вам подарки приготовили. Я надеюсь, что у вас получится сегодня. Не промокли. У нас были носочки, бо зима в нас еще не скінчилась. Еще морозы можуть бути. Ні, такие, в зависимости, кто какой размер берет, во-первых. По дужам ладим, вроде бы мы сухие. Погоди, письма еще забыли. Люд, помочь тебе что-нибудь? Да нет, две хозяйки ты сама знаешь, только мешает. А Дима когда приедет? Дима, да уже скоро должен подъехать. И поедем, как обычно, к морпехам. Да, да. О, слушай, это та скалка, с которой на антимайдан против текучек ходили. Да, у меня нет, одна единственная. Рыгаю. Да, ага. Хлопчики, привезла вам домашніх млинців. Пробачте, сала цього разу не привезла. Дякуємо, Людмила Олексіївна. Без сала обійдемося, самі купимо, якщо треба буде. А от домашні тільки ви нам даєте. Дякуємо вам. Ой, дякуємо. Головне, щоб ви там дітками опікуєтесь. І дуже дякуємо, що ви їх там виховуєте і нас не забуваєте. Ну і вам спасибі, що тут так стоїте і нас захищаєте. Коли в нашій країні почались дуже лихі часи. Мало хто знав з них, як заспівати головну пісню країни. А зараз, будь ласка, послухайте. 3-4. Ще не вмерла України ні слава, ні відповідаємо. Ну, я эту танцплощадку помню, как бы выросла здесь. Я была ребенком, ну, там взрослые танцевали, а мы ходили смотреть только. Для меня переломный момент наступил в 2013 году, в ноябре, начало декабря приблизительно, когда я о своей позиции заявила в социальных сетях, о своей позиции поддержки к Евромайдану. И меня очень удивила, расстроила позиция моих друзей. Они были не просто друзья фейсбучные, они были или в одноклассниках, они были друзья мои по жизни. И поддержка предыдущего президента, с такой страстью они ее высказывали. И я поняла, что мне с этими людьми, во-первых, не по пути, а во-вторых, я должна что-то сама сделать,
ну, то есть приложить какие-то усилия, чтобы сохранить Украину. То греки Приазовья – это выходцы из Крыма. Приблизительно 230 лет назад по указу Екатерины II они вышли из Крыма, греки и другие христиане, и были переселены в Приазовские степи. Мы очень тяжело все переживали события 2014 года. Естественно, что там ездили на Майдан, участвовали в этих событиях, ходили на Майдан в Мариуполе, и было очень грустно, что на этих митингах, на которые мы собирались каждую субботу, я не видела знакомых лиц. Я просто приходила вот поддержать тех людей, которые тоже занимали проукраинскую позицию. И так продолжалось очень долго. Мне даже на какой-то момент пришлось покинуть Мариуполь, потому что в мой адрес посыпались угрозы моей жизни. Вот. И ну, было сложно. Я не могла обратиться в милицию, потому что вряд ли я могла бы получить там помощь и защиту. И когда в 2014 году в июле я вернулась в Мариуполь, я стала ходить в разные волонтерские организации, помогать, предлагать помощь какую-то более практическую. Скажем так, вот у меня мама родом из Сартаны, и их в семье было 5 детей. Только моя мама вышла замуж за грека. Остальные привезли жены мужей либо с других городов. Летом 2015 года ко мне обратился Игорь Семиволос с просьбой организовать встречи с мариупольскими активистами и фокус-группу для исследования, которые они проводили в Приазовье. И вот с тех пор, это был июнь 2015 года, с тех пор началось мое сотрудничество с Украинской миротворческой школой. Иха, трия курчича, ян горгучни та плеча, те налегни Александра, зайн гургастнандра, та лулегни вера, стунуцних та мера, та лулегни Мария, эфайнтуком кардия. Хаджитов Эдуард Валентинович родился в 37 году в Ялте. Это папа Афины Хаджиновой. Я не знаю, конечно, почему выбор пал именно на меня, но хочу сказать, что женщин-миротворец в Мариуполе очень много. И то, что делаю я могу сказать, что это делает целая команда. То есть любого лидера, любого организатора делают люди, которые вокруг него находятся. И я могу рассказать много историй о тех девушках, о тех женщинах, которые в Мариуполе прикладывают такие большие усилия, чтобы помочь нашим защитникам, чтобы позаботиться о детях, которые остались без родителей или потеряли свои дома. Позаботиться о переселенцах. И что особливого такого я роблю? Она каже, що особливого такого я роблю? Вони всі так кажуть, а що б ми робили без цих жінок? Да ладно тебе, твой син все блокпости Маріуполя об'їздив. А ты у нас украинка? Мама россиянка, тата украинец. А я тоже наполовину гречанка. А Афина у нас чистая гречанка. Молодая гречанка. Молодая гречанка. Молодая гречанка.